Доброе утро, дорогие братья и сестры. Давайте сейчас прочитаем 1 Фессалоникийцам, 5 главу и 14-15 стихи. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Простое увещевание. Вот. Обратите внимание, кому Павел пишет эти слова. Ну, понятно, фессалоникийцам, потому что это послание к фессалоникийцам. Вот. Он здесь пишет, Павел, в первой главе, Павел и Силуан и Тимофей, церкви фессалоникской, в Боге Отце и так далее, и так далее, и так далее. Он пишет ко всем верующим в этой церкви. Не к лидерам, не к каким-то отдельным категориям граждан, но ко всем. И что же он пишет? Он призывает их выполнять кое-какие действия. Умоляем также вас, братья, вразумляйте, утешайте, поддерживайте, долготерпите. Ищите добра всем, друг другу и всем. Ищите добро. Почему я заостряю на это внимание? Однажды на обсуждении Библии был задан вопрос, ну, неважно, где, когда, вот, был задан вопрос, почему мы ходим в церковь? Народу было много, ну, естественно, были получены все различные ответы. Ну, вот, в принципе, если вы подумаете, представите себе, что это за ответы, я думаю, вы догадаетесь. Вот, парочку примеров. То есть, ну, вот мне, я чувствую себя хорошо в церкви. Или... Там, я вот что-то нахожу, там какие-то то ли ответы, там, то ли чего-то, ну, что-то вот такое было сказано. Вот. И, в общем-то, это нормально, это правильно, это хорошо, здорово, но я ни одного ответа не услышал, там был человек 15, вот. Собрано ни одного ответа, ну, пастор промолчал, ни одного ответа не услышал, что человек приходит в церковь, чтобы делать вот это вот. Вразумлять, утешать, поддерживать. Искать добра всем. Для всех. Ну, имеется в виду, конечно же, деятельное добро какое-то. Вот. И на самом деле мы видим, что, в общем-то, Библия-то как раз-таки нас призывает делать чуть больше, чем просто искать удовлетворение наших собственных нужд. Это нормально, это тоже важно. Мы все из этих нужд составлены. Но все-таки здесь написано вот последнее слово, да? Ищите добра друг другу и всем. То есть, ну, это как бы в общем, в целом, ищите добра. То есть, каждый мыслит по-разному это добро, каждый видит по-разному людей, но общий призыв искать этого самого добра. Искать это достаточно, ну, как вы понимаете, деятельное дело. То есть это достаточно деятельное занятие, активное. Например, вот, например, сегодня у меня вот гайка какая-то упала, я вот гардину вешал. И чтобы найти, она мелкая, ну вот, чтобы найти, мне пришлось, естественно, слезть со стремянки, тут полазить, поползать, посмотреть. Иногда в таких случаях мне приходится фонариком светить или там телефончиком. То есть вот, искать. Все мы понимаем, что значит искать. Или как искали раньше люди информацию. Сейчас я вообще молчу. Вот, все очень упростилось. Ну, это нормально. Доступнее информация стала. Но раньше, прикиньте, были такие времена, когда человеку нужно было написать курсовик или диплом, или там какой-нибудь доклад. Он шел в библиотеку, слонялся между рядами книг, искал то, что ему надо было, приносил домой. Еще иногда выяснялось, что не то принес. Опять тащишься в библиотеку, ищешь. То есть вот он, поиск. Здесь написано, ищите добра друг другу и всем. Вот. И на самом деле церковь дана нам не только для того, чтобы мы получали, но еще и отдавали. И вот здесь вот так и написано. Умоляю вас, братья, умоляем вас, братья, вразумляйте бесчинных,
Утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Вот. Ну, я не буду подробно останавливаться на том, кто такие бесчинные, слабые, малодушные. Ну, все понятно, не об этом сейчас речь. Речь именно вот о нашей роли в церкви, которую Господь нам определил. Потому что, ну, если человек только принимает, то он младенец. Он малое дитё духовное. Он еще молоко на губах не обсохло. Ну, сами понимаете, да? Например, ребенок рождается, и как бы там люди не умилялись им, по факту это абсолютнейший эгоист. То есть, по факту у нас в мир родился просто вот человек, который вот требует к себе постоянного внимания, постоянной заботы. Он ничего не умеет делать сам, абсолютно ничего не умеет делать сам, только кричать. Вот, даже спать толком не умеет. Я шучу. Вот, и вырастая, этот человек потихонечку начинает двигаться в сторону, ну, делания чего-то для других. То есть в сторону от своего эгоизма до уже какого-то альтруизма, получается. То есть до того, когда человек научается служить другим. И даже более того, любить жертвенной любовью. То есть вот этот вот путь человек должен пройти. Но если человек ищет только, я подчеркиваю, только комфорта себе, удобства себе, ответы только на свои вопросы, ну и так далее, и так далее. Короче говоря, все крутится вокруг него самого, то не младенец ли такой человек? Ну, согласитесь, этот человек требует к себе внимания. Он ждет к себе этого внимания. Не находит и обижается. И уходит неудовлетворенным. Но мы знаем, что Иисус сказал, когда он разговаривал с женщиной у колодца, с самарянкой, он сказал, что моя пища – это творить дела, делать дела Божьи, творить волю Отца. Я своими словами. Вот, в этом смысл. И смотрите, человек будет наполнен и удовлетворен, и счастлив, ну, если уж хотите это слово, блажен, если быть точнее, наполнен и удовлетворен только тогда, когда он будет отдавать, когда он будет наполняться Господом и отдавать людям. Ну, я повторюсь, в широком смысле. Ищите добра друг другу и всем в этом смысле. То есть в широком смысле добро. Удовлетворение нужд других, служение другим. Вот. Потому что когда человек ищет только себе, ну, не приходит вот это вот наполнение настоящего, которое Господь заповедал нам. Вот, да, мы получаем ответ на свой вопрос. Да, наши нужды удовлетворяются, ну, чаще всего. Но мы не получаем эту наполненность, ну, вот не получаем ту полноту, о которой говорит Господь. Потому что пища и питье – это творить волю Божию настоящую. Настоящая пища и питье. То есть это творить дела Божьи, делать дела Божьи. А дела Божьи – это всегда служение другим. Вот, это всегда забота о ком-то. Поэтому, дорогие братья и сестры, в церковь ходить за удовлетворением своих нужд – это нормально, это хорошо. Это здорово, но это здорово только до какого-то определенного времени. Но чем дальше человек, чем зрелее, тем он больше должен научаться именно вот служить другим. Ну, вот как здесь написано, это маленькая такая коротенькая расшифровочка. И повторюсь, здесь речь не идет о том, что мы кому-то что-то должны. Вот. Хотя и если уж так глубоко размышлять, то мы должны Господу все. Да, мы всем ему обязаны. Но речь не о том идет, чтобы мы жили по долгу или по страху, но речь идет о том, чтобы мы росли, мы взрослели. И это нормально для человека, расти и взрослеть, в том числе и в духовных вопросах. Поэтому, дорогие братья и сестры, увещеваю вас, призываю, ну вот, как бы словами Павла, послужите друг другу.
Стих для размышления – это Ефесянам, известные стихи, это 4 глава, 16 стих, про связи, которыми люди связываются в церкви. И как вы понимаете, что если связи, ну, если человек будет только на себя тягивать эти связи, только вот мыслить, ставить себя в центр собрания, чтобы его нужды были удовлетворены, или просто чтобы он там что-то почувствовал и ушел такой весь успокоенный, вот, то вот эти связи будут, ну, их либо не будет, либо они будут такими слабыми очень. Вот. Но здесь написано о том, что, ну, впрочем, это стих для размышления. Поразмышляйте самостоятельно вот в свете вот этих стихов, в свете призыва служить Богу, служить людям. Поразмышляйте вот об этих связях. Отец наш Небесный, спасибо тебе за твою любовь, твою заботу о нас. Мы нуждаемся в тебе, Господь, очень. И научи нас, Господь, наполняться тобой, но служить людям, Господь. Дай нам для этого сил, дай нам для этого понимания, как это сделать, какого-то такта, Господь, как не навредить человеку, но именно послужить. Будь прославлен, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.